Значит, так ходим по лесу, вот так ходим, да? И тут вот такая находка в лесу. Офигеть, конечно же, было, да? Но при условии, что это было бы 2 года назад. Телевизор с этим, да? С композитными входами, со скарт, со всей херней. Роусон. С плоским экраном. С полностью плоским. Как у монитора. Такие не у каждого были. Были телевизоры с плоским экраном. Типа рекламируют как с плоским, но там было хуже, чем вот здесь. Вот. И с вилочкой даже. Даже с вилочкой. Бомжи не отрезали вилочку. Вот. Вот. Такой вот телевизор. Офигеть, да? А нахуй кому нужен? Серьезно, вот. Как бы в 14 году, в 15, даже в 16 году телевизоры эти стоили по 1500. То есть эти телевизоры по 1500, по 2000, по 4 можно было продать, обменять, купить в ломбарде. Вот. А вот сколько времени прошло, пару лет, и они нахуй никому не нужны. И даже в костер не бросают, потому что лень в костер бросать. Вот. И видите, там на стекле белые разводы. То есть кто-то попытался бутылкой гаража, видно там есть гараж написано, вот там Lemon Drink написано вот сбоку, да, пытался разбить экран, а экран он крепкий, потому что он многослойный, да, такой, то есть там трубка, как бы, да, многослойная такая, то есть она вот такая, как линза проходит, тут плоская, а внутри вот такая, как линза, вот так, хоп, вот так чуть-чуть закругленная, вот, и поэтому она... Не разбился, поскольку очень толстое стекло тут. Вот, в общем-то. И он просто так тут лежит. Гниет под дождем. Пострадал только вот от разбития вот этот угол, да? Видите, он треснул от бутылки. Что типа вот этот угол был самый слабым. Ну и ладно. Нахер он кому нужен, этот телек. И это такая зарисовка, что телевизоры нахер никому не нужны. Ну уже все знают, даже на барахолке. Даже самые тупые.